Привет-привет! С вами Ольга. Сегодня я хочу вам показать 3 килограмма счастья, 3 килограмма радости, 3 килограмма красоты. Мою вторую дизайн-посылку от торговой марки Scrapmania. Итак, сейчас мы с вами быстренько посмотрим, что у меня есть, а более подробные обзоры каждой коллекции будут немножечко попозже. Итак, конечно же, начну с самой классной новиночки. Новинка... Ворожея. Это прекрасная рыжеволосая ворожея, которая корпит над своими зельями, что-то варит классное, очень яркое. Вы посмотрите на нее. Ай, такая классная девчонка. Так, ко мне пришел большой набор. 30 на 30, 20 на 20 маленький, куча всяких декоративностей. Подробнее будем смотреть позже. Итак, далее. Далее у меня набор «Эра динозавров». Давно себе хотела такой набор. Какой же он, так скажем, в натуре. Яркий, классный. Ой, я не могу, тут столько высечек. Посмотрите, давайте хотя бы вот это посмотрим. Смотрите, какая красота! Какая красота! Я представляю, какой будет яркий, классный альбом. Итак, это у нас «Эра динозавров». Далее набор «Фономикс». Это набор двухсторонней бумаги, именно фоновые зеленые листы в зеленой цветовой гамме. Вот его давайте я покажу. Отдельно к нему не буду возвращаться. Посмотрите, какая классная травка. Это вообще такая сочная, яркая. Так, зеленый холща. И, конечно же, обязательно есть надписи. Так, следующий. Зеленые завитки. Так, цветы, лист, досочки, узор, бумага, помятая, классная такая бумага. Любимые сестренки, любимые мамочки, любимые бабушки, любимому папе, классно. Не видел еще название. Горошек. Хвоя. Так, металлик. Гобелен. Металл. Вот такие. Классный набор фоновых листов. У меня он пойдет как дополнение и к... Скорее всего, и к набору «Эры динозавров», и к набору ворожей, потому что он замечательно подходит к ним. Так, далее. Далее ко мне пришел набор летний «Дыхание лета». Вот такая... Ой, посмотрите, какие бабочки. Чип. Карточки, наклеечки, скрап-карта, фишечки и набор 30 на 30. Класс. Далее очередная новиночка. Это армейский альбом. Также скрап-карта, бумага 30 на 30. Конечно же, так скажем, фишка Scrapmania. Что ж ты, как ты заклеилась-то? Тканевые карточки. Сейчас срочно думаю, кому же я могу сделать дембельский альбом. Что-то вокруг одни девчонки или те, кто не служил. Армейский альбом. 12 листов, 30 на 30. И карточки у меня здесь, карточки от идеального мужчины я просила. Так.
Посмотрите. Военно-воздушные силы, ПВО, ракетные, танковые, подводные, морская авиация. Почти все войска тут. Морской флот, сухопутные. Сторожки. Так. Далее. Далее еще один детский наборчик. Такой классный. Веселый паровозик. И здесь первый раз у меня в первой посылке не было. А здесь ко мне пришел. Единственное, что я вам покажу. Это чип. Именно набор высечек из плотного картона. Такой вот цветной чимборд. Они прям легко вытаскиваются. Очень плотный. Все пропечатано. Классный. Рамочки. Слушайте, все здорово. Такой классный. Так. И я также, конечно же, заказала себе к дизайн-посылке еще то, что у меня закончилось. Это давайте посмотрим. Так, накладная. Конечно же, подарочки. Подарочки от Катеньки. Спасибо. И что я дозаказала? Ну, все видели, как мне понравился именно набор «Море я скучала». У меня теперь есть классная страничка, классный альбомчик. И я заказала теперь себе еще размер 20 на 20 бумагу. Я вам покажу, кто не видел. Отдельно не буду. Отдельно есть также обзор большой коллекции. Карточки. Вообще, такой нежный набор мне прям очень понравился. Морской набор, сочетание голубого, розового, прям класс, супер. Куча вырезалок. Вырезалок, конечно же, мне всегда мало. Вот еще. И поэтому я еще дозаказала большие. Большие вырезалочки. Два листика. Но эту сторону я не использую, потому что я его весь вырезаю. И вот такой лист. Я из него тоже вырезаю. Я его не использую как фоновый. Я именно делаю вырезалки еще отсюда. И вот набор. Так, далее у меня осталось немножко листов от набора «Снежная клюква» зимние. И я дозаказала себе вырезалочки, чтобы обязательно, либо у меня сейчас новогодние какие-то запоздалые фотографии будут, либо я к следующему сезону сделаю себе еще один миник. И вот вырезалочек мне маловато. Далее. Очень мне полюбилось. Я в прошлую посылку заказывала себе один листик, по-моему. И прям, ну, такие красивые листы. Они всегда, они во все открыточки. Ну, супер. Я себе еще заказала два листа с вырезалками «Мечты невесты». Суперский. А далее. «Тайны вселенной» конвертики. Конверты лист называется. Ну, я, конечно же, больше за вот этих цветов заказала. Взяла еще один лист запасной, на всякий случай, веселый паровозик. К тому набору, который мне пришел. Ну, мне всегда мало. Мне надо, чтобы обязательно высечек было много. И также я взяла лист «Новогоднее счастье картинки». Такого набора у меня не было. Я взяла себе маленький наборчик этот. Мне понравились вырезалки, и я решила, ну, гулять-то гулять. Пусть будет. Новый год, знаете ли, не за горами. Ух ты, как-то не хочется уходить. Карточки. Сейчас быстренько пробежимся.
маленький наборчик. Такой насыщенный, классный лист. Хочу миник из него. Поэтому формат 20 на 20 мне прям... Прям мне будет самое то. И вот такой же маленький. У меня будут большие и маленькие. Так, заказала себе еще от идеального мужчины картинки повырезать для мужских работ, для мужских открыточек. Так, далее. Далее, что мне очень хотелось посмотреть. Это те наборы, которых у меня еще не было, и я хочу их. Это сад герцогини. Смотрите, какие. Я его потом отдельно пролистаю. Посмотрим мы с вами отдельно. Мечты невесты. Набор. Так как мне высечки безумно понравились. Думаю, ну надо к вырезалкам все же взять и набор. Посмотрим. Классный. И набор тайны вселенной. У меня пока нет для него фотографий. Но мне так нравится эта бумага, что, ну, вот он теперь у меня есть, греет душу, и буду придумывать, что с ним делать. Вот такая вот красота у меня пришла. Вот они, мои 3 килограмма счастья. Творите с нами, оставайтесь с нами, оставайтесь со Скрабмания. До новых встреч. Пока-пока.